Ну чё, короче, у нас опять на обзоре чайные чайники, как вы любите. Если кому интересно, продолжаем смотреть. Значит, короче, вот будут у нас вот это то, что есть. И ещё вдобавок вот это. Конкретно смотрим, 350 маленький и 600 рублей побольше чайник. Они оба абсолютно новые. И продолжаем. Значит, вот такой чайник, обратите ваше внимание, он абсолютно новый, 400 рублей всего лишь его цена. Со всех сторон он просто максимально шикарный. Вот так вот внутри заценили, там дырок просто охренительное количество. Ссать будет хорошечно. Гляньте, вот так вот раз, чисто дулево, все дела ставим и убираем. Идемте дальше. Вот такой чайник, если кому интересен, пожалуйста. Сюда можно налить столько всего. Значит, смотрите, внимательно, небольшой нюанс. Это не скол, не трещина, это не долив лака на заводе. Но кто-то профилонил, просрал момент и, считай, не долил. Ну, ничего, такое бывает, когда бухие на работу приходят. Смотрите, вот так вот раз, я кладу раз. Вот так вот два. Внешне посмотрите, какая благодать. Вот тут вот посмотрели так. И цена пятихаточка. Ну, 500 рублей по-нашему, по-простому. Идемте дальше. Вот такой вот чайник охренительный. Не менее, чем этот. И вот эти, которые были здесь. Дальше. Раз. Внутри немножечко. Да он засранный. Ёберный балет. Ну, ничего. Мы... Как известная на организации магазин барахолки «Третий километр», не вуалируем, не завуалируем. Короче, если оно где-то засрано, вы это первое только увидите, потому что что? Мы не стараемся замазать, закрасить. Вы увидели конкретный товар? Конкретно сами думайте, красить, мазать вам или не мазать. Вот со всех сторон я вам его повертел. Если надо. Дальше, вот такая вот наборище. Поняли, гляньте, одна больше другой. Маленький, сука, самый замызганный. Ну маленький, потому что он везде залезет, куда угодно. И далее. Замызганная, зараза. Значит, вот так вот взяли. Вот так вот посмотрели внутри. А что я вижу? Ни хера я не вижу, вроде чистый внутри. Такое ощущение, что прямо аж шикарно. Вот делали. А зачем такие маленькие? Я хер его знает. Ну, короче, вот такой маленький раз. Вот такой средненький два. Внутри, конечно, пожалуйста, заценили. Если там чисто, значит он новый. Значит он новый. Новый. Два. И типа потом накладывают сверху, поняли, вот это, играются, херней страдают. Ну, сука, большой, он весь грязный. Там даже еще чай есть. Поняли? Гляньте, со всех сторон заценили, посмотрели. Поняли, да? Нахера он нам нужен? Или кто-то сказал, да я заберу за такие бабки. 1250 рублей набор. Ну, поняли, как оно бывает. Вот так вот раз, это сверху сюда. Вроде как сидите, любуетесь на это все. Ну, любят люди, любят. Так вот, чтобы оно типа стояло, оно все... Это какие-то уже шишки, добротность у них там все в доме прям богатство, сука. Короче, надо скидку сделаем к вашему богатству. Вот это скидка, вот это скидка, вот эти чайники, скидка, короче, скидка на все можно торговаться. Подписывайтесь, чтобы ни хрена не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Всем пока!